На старт! Внимание! Вперед! Я всегда знала, тебе суждено летать. Главное, не забывай иногда спускаться с небес к нам на землю. Твой командир сказал, что ты лучший из всех, кого он видел. Наверное, сложно. Быть летчиком ВМС? Однозначно. Времена меняются. Не могу поверить, что у нас цветной в эскадрилье. Лейтенант Том Хаднер. Джесси Браун. Рад знакомству. Сделаем небольшой крюк на обратном пути. Чего? Что ты узнаешь о своем напарнике на высоте 3 километра, лейтенант? А вот как попадете в серьезную заварушку, сразу поймешь, чего он стоит. Корейцы пересекли 38-ю параллель. Нашим парням нужна помощь. Все готовы? Мы знали, что этот день настанет. Да, но от этого не легче. Наша главная задача, чтобы все вернулись домой. Ошибки смываются кровью. Сколько раз мне говорили бросить все, сдаться и даже сдохнуть. Нельзя следовать слепо даже приказам. На хвосте! Иначе меня бы здесь не было. Что ты хочешь от меня? Будь моим напарником. Фу! Хорошо летишь, Джесси! Главную битву в жизни ты ведешь за то, чтобы стать достойным человеком. Двойная петля. Панты. Ну, было круто же. Это да.